Вы на канале «Лекарственные растения». Всем привет! Все организмы на нашей планете выполняют определенные функции. Знать свойства окружающих нас организмов не только полезно, но и очень важно, так как знания о них могут помочь в экстремальных ситуациях, от которых никто не застрахован. Бриория фремонта – это съедобный, кустистый, эпифитный лишайник семейства пармелиевые, вид рода бриория. Слоевище талом 15-30 см длиной, свисающее, блестящее, красновато-коричневое, темно-коричневое или оливково-коричневое, различной толщины, перекрученные, мелкоямчатые. Растет на деревьях в западной части Северной Америки, в Северной Европе и Азии. В России распространен в республиках Карелия и Коми, Мурманской и Архангельской областях, на Северном Кавказе и Урале, а также по всей таежной зоне. Места обитания – смешанные хвойные, сосновые и заболоченные еловые леса. Растут на стволах и особенно на ветвях сосны, реже ели, пихты, лиственницы, кедра. Изредка встречаются на березовых деревьях. Предпочитает этот лишайник спелые древостои и хорошо освещенные экотопы с достаточным уровнем влажности воздуха. Собирать талом можно в течение всего года. Сушка производится при температуре 30-35 градусов на солнце или в духовке, что обеспечивает полное сохранение фармакологических качеств. Химический состав бриории фремонты состоит из углеводов, состоящих из простых сахаров, лихинина, гемиллюлозы и целлюлозы. Содержит полисахариды и дрожжеподобный базидиомицет. Лишайник вырабатывает небольшое количество витаминов, но их количество достаточно велико. Это витамины В1, В2, В3, В5, В9, В12, С, H. В народной медицине талом используется для лечения кожных и раковых заболеваний. Служит отличным средством от кашля. В лишайнике содержится нейтральный внеклеточный полисахарид шизофиллан, который проявляет противоопухолевое воздействие на группу раковых опухолей. Асцитная форма саркомы – 180. Особый интерес представляет для фармацевтики и для онкологов. Люди редко употребляют бриорию в пищу из-за неудовлетворительного вкусового качества. Лишайник невкусен, но люди их едят при острой нехватке пищи. Он не питателен, однако может поддержать силы и не дать умереть с голоду. Зато этот талом – любимое лакомство парнокопытных, млекопитающих семейства оленевых. Ссылки для самостоятельного чтения вы найдете в описании под видео.